Так, я это уже, я сам улица был в этом Ватутина, доме, да? Сейчас, секунду. Улица Ватутина, переулок Ватутина, что нельзя пройти с ребенком из сада, и с утра машины, нету тротуара вообще. С пересечением переулок политехнический. Здесь нету тротуара, я с ребенком, с маленьким, должна обходить возле собора. Проходи, проходи. Одни машины, тротуара нету. Никто ничего не хочет делать. Вот такая здесь всегда пробка. Не разъехаться, не пройти с ребенком. Ничего. Возле аптек нету разметки для машин, чтобы стоянка была разрешена. Нету там стоянки. Вот такая здесь канитель. Время 5 часов вечера. Прошу применить меры, чтобы сделали тротуар и стоянку для машин возле аптек. Переулок политехнический. Вот улица Ватутина, нету тротуара. Да есть. Там нету. Вот здесь, видишь, тут дорога идет. Машины заставили и там дорога. Есть. Там есть. Там. Там людям надо ходить, а тут. Там вход. Прошу принять меры, чтобы было безопасно ходить с детьми в школы и в детские сады, и также в поликлинике. Очень опасно здесь находиться и проходить с ребенком. Вот, едет машина, я должна на асфальте стоять с ребенком, отходить. Здравствуй, школа. Надеюсь, что поможете нам принять меры. Также возле Лидии Рябцева тоже заставлено все, не пройти. Разметки для машин нету. А, улица Ватутина это. Ватутина. Улица Ватутина. А я вот...